Привет, друзья! Сегодня будем учить домашних животных. Курица – это мама. Петух – это папа. Цыпленок – это их ребенок. Семья кур. Овца – это мама. Баран – это папа. Ягненок – это их ребенок. Семья овец. Кошка – это мама. Кот – это папа. Котенок – это их ребенок. Семья котов. Утка – это мама. Селезень – это папа. Утенок – это их ребенок. Семья уток. Собака – это мама. Пес – это папа. Щенок – это их ребенок. Семья собак. Корова – это мама. Бык – это папа. Теленок – это их ребенок. Семья коров. Коза – это мама. Козел – это папа. Козленок – это их ребенок. Семья коз. Гусыня – это мама. Гусь – это папа. Гусенок – это их ребенок. Семья гусей. Свинья – это мама. Хряк – это папа. Поросенок – это их ребенок. Семья свиней. Как ты думаешь, где свинка? Правильно, это свинка. Покажи, где кот? Отлично, это кот. А ты знаешь, где корова? Умничка, это корова. Подумай, на какой картинке изображены цыплята? Ну, конечно, это цыплята. Угадай, где щенок? Все верно, это щенок. Подумай, какое животное здесь серого цвета? Да, все верно, это енот, и он серого цвета.
Как ты думаешь, какое животное здесь черного цвета? Правильно, это кот. Он черного цвета. Покажи, на какой из этих картинок животное рыжего цвета. Умничка! Это коза. Она рыжего цвета. А ты знаешь, где птица белого цвета? Отлично! Это гусь. Он белого цвета. Угадай, какое животное на этих картинках коричневого цвета? Да, ты прав, это пони, он коричневого цвета. Как ты думаешь, какая картинка здесь лишняя? Правильно, здесь лишний поезд, потому что кот, кролик и белка – это животные, а поезд – это транспорт. Как ты думаешь, какого цвета поезд здесь лишний? Правильно, здесь лишний паровоз, потому что тепловоз, электровоз и скоростной поезд зеленого цвета, а паровоз красного цвета. Покажи, какая картинка здесь лишняя. Умничка, здесь лишний вагончик метро, потому что конфеты, мороженое и торт – это сладость, а вагончик метро – это игрушка. Угадай, какая картинка здесь лишняя? Отлично! Здесь лишний трамвай, потому что дизельный локомотив, метро и скоростной поезд желтого цвета, а трамвай зеленого цвета. А ты знаешь, что лишнее среди этих картинок? Все верно, здесь лишняя полицейская машина, потому что муха, бабочка и паук – это насекомые, а полицейская машина – это служебный транспорт.
Покажи, какого цвета картинка здесь лишняя? Умничка! Здесь лишний каток, потому что автобус, трактор и поезд розового цвета, а каток желтого цвета. Угадай, какая картинка здесь лишняя? Отлично! Здесь лишний кот, потому что яблоко, арбуз и бананы – это фрукты, а кот – это животное. Угадай, какая картинка здесь лишняя? Отлично, здесь лишняя фура, потому что машина, поезд и вертолет черного цвета, а фура синего цвета.